На минувшей неделе депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виктор Свила работал в своем избирательном округе. Виктор Збигневич встретился с некоторыми трудовыми коллективами района, а также провел прием граждан и прямую линию в райисполкоме. Вопросы, с которыми сморгонцы обратились к парламентарию, касались жилищно-коммунального хозяйства, маршрутов пригородных автобусов, а также оказания помощи в трудоустройстве. Звонков было достаточно много, разной степени важности, но депутат обязан выслушать всех. Работу мы продолжим, потому что ни одного конкретного вопроса сегодня в ходе прямой линии, собственно говоря, и приема граждан, но не случилось дать, хотя много мы людьми общались, пришлось многие вещи раскрывать, консультации давать, как-то давать разъяснения. По всем вопросам, как всегда, я подготовлю официальные ответы. Очень такое сейчас интересное время мы с вами переживаем. Буквально 15 марта вступила в действие, в день Конституции, это символично, вступила в действие обновленная наша Конституция, поддержку которой высказало 65% значит, избирателей нашей страны. Мы сделали свой выбор как народ, как нация, как народ, который стремится развивать свою страну, достигать поставленных целей. Вот. Это, в этом большой символизм, большие надежды на это возлагает наша страна в целом и парламент. Кстати говоря, парламент работает в соответствии с новой конституцией. Первые изменения, которые в деятельности произошли, это изменился сессионный порядок. Если раньше действующая конституция предполагала две сессии, зимнюю и весеннюю, то сейчас сессия одна. Будет она начинаться в сентябре, заканчиваться в июне. Конституция вступила в действие 15 марта. То буквально с 15 марта открылась сессия парламента. И сейчас парламент заседает, проводится сейчас восьмая сессия.